Детское радио представляет. Необыкновенные истории обычных вещей. Мам, а почему я хожу в школу с ранцем, папа на работу с портфелем, ты с сумочкой, бабушка берет на рынок сумку на колесиках, а на море мы ездили с чемоданом? Какой ты наблюдательный. Потому что есть выбор среди разных и удобных вещей. Тишина! На правах самого важного члена сообщества переносчиков вещей я выдвигаю себя председателем собрания. Вы, уважаемый портфель, конечно, самый солидный, но зато мы, чемоданы, самые вместительные. Одни чемоданы гардероба чего стоят. Зато я, мешок, появился самым первым. Даже первобытному человеку приходилось в чем-то переносить вещи. Вы, дорогой мой, невежда. Мы, дамские сумочки, верх совершенства и практичности. А сколько предметов мы можем вместить? Ни одному мешку даже и не снилось. А уж насколько мы изящны, как много нас, и какие великие дизайнеры над нами работали, я даже не говорю. Ах, какие мы умные! Женская сумочка началась с мужского кармана. Именно туда женщины складывали и оттуда выуживали необходимые им предметы. А в первую очередь звонкие монеты. Карманы – родоначальники всех саквояжей, редикюлей и кейсов. Мешок, сумка, чемодан. Я бы посмотрел, как воевали солдаты, если бы за их плечами не было ранцев. Там хранились заряды для ружей и другая важная амуниция. Это уже потом, где-то в веке 18-м, мы стали помогать школярам носить учебники. И, к слову, ранец до сих пор самый удобный школьный портфель. До старости тебя за плечами не натаскаешься. Нас, сумки на колесиках, придумали для людей пожилых. И в некоторых странах люди преклонного возраста предпочитают сумки на двух колесиках и тащат их за собой. А в некоторых на четырех и толкают их впереди себя. Но, господа, я только хотел выяснить степень нашего родства. А я сегодня Маше портфель из школы нес. Молодец! Девочкам надо помогать. Необыкновенные истории обычных вещей.